Представители «Единой России» сегодня в Москве провели инспекцию крупных торговых сетей. Проверяли и качество товаров, и сколько на прилавках продуктов от отечественных производителей. Конечно, в центре внимания были цены, которые устанавливают продавцы. Сегодня торговые сети, взимая с производителя якобы за особые свои действия по хранению товара, по продвижению товара, мы увидели, что этого нет. Но если за счет этого повышение цены и снижение качества производителя, это невыгодно вообще абсолютно. Поэтому наша задача разобраться, а торговым сетям пора выходить на траекторию какого-то честного поведения на рынке. Рынок – это не беспредел и не вседозволенность. Это вот нужно понять совершенно точно.